штуку с орехами там и продают они ее в таких фирменных пакетах. Ну ладно, это не важно. Давайте на хорошее. Сейчас я потихонечку. А тут я и буду на стол выкладывать вот сюда вот мелки. Открывать их возможно и нюхать. Может быть, детям не до этого, конечно, было, но я уверяю вас, что она искала мыло для меня. Если была возможность, она бы, наверное, 3 пакета привезла. Но это ни к чему. Хотела открыть его вам показать. Давайте откроем, понюхаем хотя бы. Такое голубое, я думаю, может, какой-то морской запах у него будет. Давайте.
пахнет баней. Боже, как оно пахнет натуральной под хвоей. Восхитительное мыло. Так, дальше. Я вам сегодня мыла не так уж много, ни 11, ни 7 килограмм, поэтому я хочу это постараться так, чтобы крохота в конце видео не было. Боже, как оно восхитительно пахнет. Оно пахнет, мне кажется, цитрусами какими-то. И оно такое уже чуть-чуть посуше. Как я люблю вот эти кусочки, вот этот узор. Это просто восхитительно. Мыло русское, вот это вот свобода. Любое мыло от свободы я обожаю. Вы меня часто спрашиваете, какое я люблю мыло. Вот. Свобода — это одно из дорогими, уважаемыми подписчиками. Простите меня, мои милые. Я так рада этой распаковке мыла, что забыла поздороваться. Здравствуйте, мои дорогие, уважаемые подписчики. Добрый вечер вам, мои сладкие. Простите меня. Вот это мыло я никогда такого не видела. И запах у него, я, видите, его уже открывала и вытаскивала. Восхитительный аромат. И оно, понимаете, что? Просто восхитительный. Короче, вот это мыло, я так думаю, это не дешевое мыло. И оно, я вот читала, то ли Индонезия, то ли это что-то типа того. Короче говоря, у кого есть такое мыло, напишите. У нас точно такого мыла нету. Вот видите, с алоэ, а лайма и алоэ вера. Даже вот на русском тоже это написано душистое. Душистое. Огурцом оно что-то не пахнет.
вас едите. Еще раз повторяю. Напишите мне, пожалуйста. Я просто обожаю лаванду. Я всегда говорю, там должны быть такие синие.
Вакс, я вообще обожаю за их ароматы, конечно. Вот ароматы у них исключительные. Большое. Сколько тут? 140 грамм. Вниз кладу тоже вот сюда. Вот оно. Вот тут. Дальше. Еще один ваксик. Тоже тут это фиалки. Ой, боже, ну вы знаете, этот аромат, это такой вот этот голубого мыла вакс, аромат свежести, да. Это я его кольцом так поцарапала, представляете, оно мягенькое. Восхитительное мыло. Я очень люблю мыло вакс. Так, дальше. Мешок такой шумный. И третий ваксик, всего три. Пинк. Господи, не чтобы вот прочитать. Нет, мне по-английски надо почитать. И, по-моему, вот такой вот ваксик я большой точно не резала и не видела. А голубенький, зеленый, да. Пахнет розой. Сейчас скажу. Знаете, такой болгарской розой пахнет, я бы сказала. И оно все вот одна консистенция. Шикарная мылка, да. Цвет у него такой, звук у него такой. Пахнет прелесть. И оно мягенькое. Оно не сухое. Прелесть. Смотрите, ну какие красивые упаковочки. 70